Всем привет! Вы на канале Лимончелло, и это канал про алкогольные напитки и не только. Бытует такое мнение, что весь алкоголь из России отдает немножко водкой. А что же тогда с армянским алкоголем? Он должен отдавать коньяком? Вот сегодня мы это и проверим. У меня в руках армянский виски «Бонкерс». История про то, как я в это вляпалась. Собственно, зашла я в алкотеку, дабы найти что-нибудь этакое на выпуск. И ноги привели меня в отдел виски. Я, значит, там лазаю по полочкам, подходит ко мне консультант, говорит, вам помочь. Я, естественно, отказалась, но она настаивает, говорит, я вам сейчас покажу очень крутой виски. Это вот наша новинка, только недавно привезли. Обратите внимание, армянский виски «Бонкерс». Я посмотрела на него, так скривилась, говорю, да нет, спасибо, она. Вы не поверите, он очень вкусный, вот нам его давали на дегустацию, это прям небо и земля. Вообще, вот не откажите себе в покупочке, попробуйте, вам очень понравится. Вот так это, собственно, и попало ко мне на стол. Вообще, нужно отдать должное консультантам алкотеки, потому что они действительно умеют вкусно рассказывать. Но вот реально, если бы не ее вот этот рассказ, я бы никогда бы не купила бы себе армянские виски. Бонкерс – это новый виски из Армении, который начали изготавливать, судя по всему, в 2022 году. Почему же я так не уверена? Да потому что на просторах интернета об этом абсолютно ноль информации. А судя по тому, что на бутылке указано, что это коллекция 2022 года, то делаем выводы, что данный бренд появился именно тогда. Если я ошибаюсь, то я жду адекватных исправлений в комментариях. Кстати, дата розлива моей бутылки – 2023 год. Ну да, я знаю, что выдержка в бутылке не накидывает стажу напитку, но все равно приятно. Переворачиваем бутылку и ищем изготовителя. Им является армянская компания YRIDZI, про которую вообще ничего не известно. На их сайте я нашла совсем уж скудную информацию, которую сейчас вам и предоставлю. YRIDZI – это компания из Армении, которая предлагает наливные спиртные напитки на всех стадиях разработки, от базового спирта готового к купажированию и выдержке в бочках, до создания уникальных продуктов, готовых к розливу и производству под собственной торговой маркой. Проще говоря, ребята предоставляют только сырье, а что вы с ним потом будете дальше делать, выдерживать в бочках, либо настаивать на чем-то, а может быть вообще выльете – это уже ваши проблемы. Вот что они сами про себя думают. YRIDZI – это независимая компания с более чем 20-летним опытом работы в сфере производства напитков, алкоголя и промышленных дистиллятов. Они производят и поставляют нейтральный этанол наливам, спиртные напитки типа виски, фруктовые дистилляты и ром. Их продукция широко используется в производстве алкогольных напитков. Компания специализируется на поставках по всему миру премиального спирта для напитков, крепких спиртных напитков и дистиллятов с выдержкой или без. За годы кропотливой и самоотверженной работы по производству спиртных напитков, купажированию и выдержке имеют высококвалифицированные спиртные напитки, предлагают более 10 разных видов алкоголя. Такие, например, как виски, ром, водка, бренди и так далее. Это и делает YRIDZI серьезным поставщиком на мировом рынке алкоголя. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. В принципе, это все, что мне удалось накопать на данный напиток. Абсолютно нет никакой информации по поводу, кто придумал этот виски, почему он его так назвал и откуда взялась эта прикольная пробка. Если вы владеете какой-то интересной информацией, то welcome в комментарии. Да, в принципе, пишите свое мнение по поводу данного напитка. Ну, а мы плавно подошли к ассортименту. Он невелик, но все же нужно разобраться, чем же виски отличается. Бонкерс – это купажированный виски, и у него комбинированная выдержка в трех типах бочек. Это бочка из американского дуба, бочка из-под вина и бочка из-под армянского бренди. Цвет у напитка янтарный с золотистым отблеском, аромат сладкий и яркий с нюансами меда, ванили, горных трав, лесного и грецкого ореха, а также корицы. Вкус интенсивный, пикантный, с оттенками меда, чернослива и горных трав. Эликсир 52 – это купажированный виски с выдержкой в 3 года в бочках из-под американского дуба, а также из-под арцахского дуба. Цвет у напитка насыщенно янтарный, аромат яркий с оттенками сухофруктов, цветочного меда, цукатов и горных трав. Вкус богатый, с нотами фундука, пряных трав, чернослива в шоколаде, специй и жженой карамели.
Бункер с мед и имбирь – это ароматизированные виски. Емкость выдержки – бочка из-под бурбона и бочка из-под арцахского дуба. Цвет янтарный с золотистыми бликами. Аромат яркий с оттенками тропических фруктов, карамели, запеченного яблока и засахаренного имбиря. Вкус гармоничный с нотами сливочной карамели, цитрусовых цукатов, ванили, имбирного печенья и каштанового меда. Итак, на столе армянский виски «Бонкерс». Покупала, как я уже говорила, в алкотеке. В обычном виде стоит 900 рублей, со скидкой можно найти за 800. По-моему, как раз-таки за 800 рублей его и брала. В аромате сладость меда, ванили, горных трав, лесного и грецкого ореха вы не почувствуете. Все, что описано про него, это все неправда. Он пахнет то ли воском, то ли пластмассой. Абсолютно нет никакого аромата. То же самое и во вкусе. Очень классно описан. Это пикантные оттенки меда, чернослива, горных трав, лесного и грецкого ореха, миндаля, сливочной риски. Ничего этого нет. Что есть? Есть сухофрукты, есть особенно выделяющаяся грушка. Ну да, чуть-чуть орешков тоже можно почувствовать. Не могу сказать, что Бункерс меня полностью разочаровал, потому что как-то в Шотсе я делала сравнение Бункерса и Олдсмаглера, и Бункерс там выиграл. Вообще, по вкусу, да, это простой, самый обычный зерновой виски, но тем не менее, у него вкус намного мягче, чем был у Олдсмаглера. Напомню, что разница в цене где-то 400 рублей. Выводы. За 900 рублей вы получаете простой, но мягкий во вкусе напиток, увесистую бутылку с фактурной этикеткой и, конечно же, откроете опыт дегустации армянских виски. Кстати, возвращаясь к первоначальному вопросу, коньяком тут и не пахнет. Ну а на этом у меня все. Сегодня коктейлей не будет, потому что я не нашла ни один рецепт коктейля, чтобы был ингредиент армянский виски. Можно, конечно, допустим, попить виски с колой, как стандартный вариант, либо с яблочным соком. А вообще, я писала в своем телеграм-канале такой клич, чтобы мне помогли с рецептом коктейля, но никто так и не откликнулся. Написали «выпей просто так». Собственно, что мы и сделаем. Просто его выпьем. Не бойтесь дегустировать и пробовать. С вами был канал Yellow Limoncello. Всем пока!